В поликлинике номер 17 Тюмени сегодня состоялась праздничная планерка, посвященная Дню медицинского работника. Ее посетили депутаты Тюменской городской думы, чтобы поздравить с праздником коллектив поликлиники. Всего 700 сотрудников. Им вручили благодарности от Тюменской городской думы. В 17-й поликлинике обслуживается 125 тысяч жителей города, из них 25 тысяч – это дети. Много лет депутаты Тюменской городской думы дружат с нашей 17-й поликлиникой. И я очень рад, что каждый раз наше учреждение предстает в новом виде. Это и новые виды помощи, и новые возможности, которые появляются у учреждения. Появляется новое оборудование, технологии. 1/7 часть этого города обслуживается в этой поликлинике. И это достаточно серьезное количество людей. И то, что вчера медицинские карточки, то есть сегодня это все в прошлом, сегодня это электронный документооборот, сегодня, и это позволяет прежде всего больше уделить внимание пациенту. Праздник, День медицинского работника для нас очень важен, и сотрудники ждут этот день. И это призвание, это миссия, которую несут наши дорогие сотрудники. Я всех медицинских работников поздравляю с праздником, желаю им крепкого здоровья, желаю понимания, терпения, благодарных пациентов.